Привет, друзья! У одной из моих подписчиков жена попала в аварию. Повреждения выглядели небольшими, в отличие от других машин. И вот он решил поврежденные детали заменить сам, но потом передумал и обратился за помощью ко мне. По высланным мне фоткам я тоже не заметил ничего страшного. И вот машина у меня в мастерской. Итак, что мы видим? Зазоры все разные и кривые. Ладно, сделаю первоначальные измерения. Итоги первых измерений. Лонжероны стоят на разной высоте, диагонали разные. Все серьезнее, чем я предполагал. Мне надо лонжероны вытянуть в правую сторону. Тогда правый лонжерон опустится вниз, а левый поднимется наверх. Диагонали выровняются. Итак, начнем ремонт. Первым делом разбираю и креплю машину. Итак, передок разобрал, буду ставить лонжероны на место. Правый буду тянуть, левый буду толкать. Hear me out, hear me out.
Сделал измерение в 10-й раз. Все гуд. Диагонали одинаковые, высота лонжеронов тоже одинаковая. Ну что, теперь установка деталей обратно. Проверка зазоров, регулировка их. Моя работа закончена. На эту работу ушло 17 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!